Добрый день. Вас интересует лечение заболеваний органов дыхания? Отлично. Вы нашли нужное видео. Я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Качко, занимаюсь этим не первый десяток лет. А что вас в большей степени интересует? Лечение насморка, острого либо хронического, который могли вызвать ринит, этмоидит, фронтит, гайморит. А может быть, вас интересует боль в горле, которую могли спровоцировать хронический или острый фарингит, назофарингит или ангина? А может, вас интересует снижение иммунитета, которое отражают увеличенные аденоиды либо гланды, то есть хронически декомпенсированный тонзиллит. А может быть, вас интересует кашель, острый либо хронический, сухой либо влажный, который могли вызвать трахеит, трахеобронхит, бронхит, бронхит с астматическим компонентом. А может быть, вас интересует более тяжелое поражение органов дыхания, которое могли вызвать острая пневмония, либо хроническая пневмония, либо бронхиальная астма, которые осложняются эмфиземой легких, пневмосклерозом, то есть такие достаточно тяжелые заболевания. Конечно, вы можете лечить эти все заболевания в разных кабинетах. Можете начать у педиатра, можете потом, передав это все добросовестно терапевту, либо можете сразу начать у семейного доктора, чтобы он от первых до последних дней жизни лечил эти заболевания. Можете, конечно, консультироваться у лор-врача, у пульмонолога, со временем у аллерголога, иммунолога. Все это здорово, но с точки зрения восточной медицины, легкие – это хозяин энергии. Это единый ансамбль, начинающийся от кончика носа и заканчивающийся последней альвеолой. То есть это единая система, которая реагирует на те условия окружающей среды, в которые вы себя поставили, на тот образ жизни, который вы ведете. И пока вы это не измените в соответствии с теми особенностями вашего организма, которые есть, у вас эти заболевания так или иначе будут перетекать из одного в другое, вы будете перемещаться из одного кабинета в другой и все время находиться в состоянии болезни. Я предлагаю вам немножко другую систему, предлагаю комплексный, системный подход к здоровью. То есть улучшить уровень здоровья целиком, не только отдельно взятой гайморовой пазухи или отдельно взятой миндалии. Я выпустил уже более 40 книг и брошюр. Одна из них – лечение заболеваний органов дыхания. Серия «Лечим ребенка». То есть здесь проверенные средства, которые я использовал на протяжении более 25 лет своей врачебной практики. Ну, как вы понимаете, если средства проверены и допускаются к лечению детей, то их могут использовать и взрослые в том числе, потому что они более безопасны, чем те, которые многие используют. К сожалению, интернет сегодня богат различными знахарскими способами лечения. К сожалению, они не дают того эффекта, на который люди рассчитывают. Если вам это необходимо, если вам необходимо лечение заболеваний органов дыхания в комплексе, а не по отдельности, обращайтесь, контакты вы видите, телефон вы видите, можете набрать в интернете «Скачко Борис», найти мой партнерский сайт, там увидите «Купить, заказать книги», переходите в интернет-магазин и заказываете и эту книгу из серии, это первая книга из серии «Лечим ребенка», далее будут и другие по лечению заболеваний пищеварительной системы, иммунология и прочее. Если вам это необходимо, обращайтесь, комплексное лечение, оно проверено, доказана его эффективность, вам осталось только его использовать на себе.